Здравствуйте, дорогие участники Detox Miami и все те, кто хотели приехать с нами на Detox, но не смогли по каким-либо причинам. Я поздравляю вас с окончанием курса. Спасибо огромное, то, что вы уделили время на заботу о себе, о своем теле, о том, чтобы узнать много всего нового про аюрведу, психологию, пищеварение и даже энергетическое исцеление. На то, что вы просыпались настолько рано, чтобы заниматься каждый день йогой и в конце делали расслабление, писали кучу заметок, слушали все лекции и продолжали эту интенсивную работу над собой. Я желаю вам успеха в том, чтобы вы продолжали подпитывать себя и здоровой вкусной едой, и здоровыми людьми, которые вас восхищают и помогают вам двигаться вперед, и добрыми и сильными, здоровыми эмоциями, которые вам создают ощущение накопления хорошей энергии изнутри. И я предлагаю вам сделать здоровый образ жизни не только тем, что вы делали во время детокс-недели, но тем, что вы начнете делать каждый день в течение всей оставшейся жизни и потихоньку начинать распространять это на весь мир, на свое окружение. И все, кто не смогли попасть на неделю детокса в Майами, я очень надеюсь, что вы сможете когда-нибудь присоединиться к нам и пройти тот же самый путь изменения изнутри, когда у вас есть поддержка, когда вам готовят изумительную еду, только можете посмотреть на Facebook, что нам готовили, и как это было замечательно и вкусно, и как радовалась каждая клеточка такой вкусной еде. И чтобы у вас было достаточное знание, чтобы начать двигаться вперед. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь на связи, и как только мы узнаем даты следующего детокса, мы обязательно вам напишем. До свидания.